Друзья, товарищи комрады, всем здравствуйте. Так, и у нас сегодня очередной бритьё. И предлагаю начать с помазка. Вот такой вот великолепный помазок от компании Бритто. Делает Василий из славного города Тольятти. Вот такой вот ручки интересные, с карельской березы, пропитанное маслом. Узел, бурсучок манжурский. Он, насколько знаю, от DS Cosmetics. Ну, такой довольно-таки не особо плотный. Ну, средний, я думаю, набивочка. Ну, такой мягенький, хорошенький. Так, чашей будет сегодня вот такая вот 3D-чаша. Сейчас сразу замочим. Все это дело замочим. Пускай киснет. Так. Предварительно... Куда без масла, с такой бритвы, да, видели на превьюшке. Маслом использовал, уже смыл с мылом, вроде все хорошо. Бритвой. Будет вот такая вот шавет, китайская шаветка под лезвие Artist Club. Ну, я думаю, можно и обычные сюда, да, две половинки вставить, но я не пробовал. Брился с этой бритвой один раз, в принципе, все довольно-таки очень понравилось, да. Лезвие взял сегодня вот такие вот. Физер Профессионал Супер. Вот так вот они выглядят. Секундочку. Вот так вот они выглядят. Ну, сейчас вот думаю, да, наверное, я все-таки поступил опрометчиво. Надо было взять либо каи какие-нибудь помягче, либо, может быть, даже... Как он называется? ProLine. Ну да ладно. Так, загружается очень просто. Тут такая прищепочка. Она раздвигается. Туда загружается лезвие. Лезвие у меня вот такое уже есть. По-моему, пару раз использовал. И вот просто вставляется. Все вроде как бы ровно. И все. Всего делов. Можно бриться. Так. Пока у нас... Ух ты, упал совсем. Пока у нас киснет помазок мылом. Ну да, предполагаю, что затяну сегодня обзор. Мылом сегодня будет МОВ. Это одно из самых первых мыл, который Юра начал варить. Недавно, ну относительно недавно, добавлю, посмотрите, да. Пользовал тоже первое мыло, но отличие все-таки есть. Здесь только говяжий жир. Там был, насколько я помню, утиный и говяжий. Да. Вот так это все выглядит. Пахнет. Ну, такое, даже ниже среднего аромат по звучанию. Ну, пахнет кокосом. Да, гаваном. Хотя ассоциация гавана, куба, да, это что? Правильно, ром. Но пахнет пиноколадой. Так, давайте тоже немножко мыльце замочим. Пускай немножко покиснет. Так, не представил автошейф, да. Вот, болгарская роза будет. Роза Болгария. Довольно-таки неплохой, сладенький аромат розы имеется. Вот такой вот большой дозатор. Да, сладковат. Сладковат. Ну, да ничего. Да, потихонечку пользую. Еще много. Еще много. Так, ну что? Что у нас там помазок? Ну, я думаю, хватит ему раскисать. Докиснет в процессе. Стряхиваем. С мыла воду сливаем. И начинаем вот такими круговыми движениями делать забор. Ну, забор, не знаю, секунд, наверное. 40, 50, как пойдет дело. Да, что-то страшновато мне это. Не опаской. Комиссария, да. Бриться. Ну да ладно. Раз в распаковке засветил. Нужно будет показать. Ну, в принципе, я один раз брился, да, по-моему, на лезвиях шик ProLine. Довольно-таки хорошее, комфортное бритье получилось.
Так, ну что у нас тут с мылом? Мне кажется, уже подгрузился. Как раз секунд 40. Забираем. Вот что получилось. Так. Мыло. Так, все самое. Сливки сейчас соберу. Самое вкусное. Мыло это помоем потом. Сейчас. Вот то, что у нас есть, да? Такая вот. Очень густая пена. Сразу туда бахнем водички. Наверное, получилось капель 10. И будем производить, генерировать пену. Вот то, что у нас получается пока что. Так. Впереди, я думаю, нас ждет еще распаковочка. Возможно, даже две. Так что подписывайтесь, оставайтесь на канале. Впереди еще будет очень много интересного. И новиночки. И лезвие, и крем. И, надеюсь, мыло. Вот, смотрите, то, что получается, да. Мазок все в себя захапал. Мазок 24 миллиметра, да, но довольно-таки пушистый. Ну да ладно, давайте наносим, если что, воды добавим на лицо. Опа, где-то уже вляпался. Да, мягенький. Давайте сразу чуть воды капнем. Да, ощущается аромат мыла, то есть пены. Так, ну я думаю, хватит. Вытираем руки, споласкиваем шаветку. Да, техники у меня никакой, так что извиняюсь. Ну давайте, первый проход. Не зарежь, китайская шаветка. Даже... Ну, ухо на месте. Ухо на месте. Так, даже не знаю, как отступиться-то. Ну, если что, камешек алунит на месте. Я думаю, по горлу себя не чикнул. Надеюсь. Да, лезвие идет хорошо. Вроде как бы нигде не запинается. Ну что, пока целый, да? Да, специально купил шаветку именно как комиссоре, да? Не как опасная бритва. Ну, давно хотел попробовать. Блин, как? Вот как? Давайте сразу. Слушайте, оно и против роста волос сразу хорошо пошло. Да, такой цирк. Ой, блин.
Неплохо. Да, приходится почаще смывать. То, что тут никаких пеноотводов нету, как в станке. Ну, соседи песню запели. Надеюсь, вам не слышно. Ну, пока все неплохо. Да, чуть-чуть осталось. Ну, смотрите, живой. Слава богу, живой. Так, давайте, совет в сторону. Умываюсь и на второй, да? Ну, или как там, посмотрим, да? Как, может, обрывки. Так. Не, ну конечно. На шее много осталось. Так, что у нас по мылу? С мылом все в порядке. Мыла хватает. С лихвой. Я специально сделал немножко пожиже, чтобы наша шаветка нигде не застревала. Так, вот теперь самое интересное. Да, остается немножко. Значит, третьему проходу быть. Вот у меня вот это место, подбородок, почему-то самое проблематичное. Чаще всего вот, тест на камень режусь именно здесь. Такое. И бритье именно шаветкой, да, такое, имеет место быть. Может быть. Под настроение, да, не постоянно. Но почему бы нет?
Либо люди, да, у которых рука поставлена, техника есть. Знают, как бриться, тем будет удовольствие. Потому что очень хорошие лизы мне нравятся вот эти Artist Club. Более такие широкие. Вот, что-то, по-моему, задел. Да, стрёмно. Так, ну, вот в этих ямках, да, как всегда. Усы чуть-чуть остались, но как-то мне страшновато. Ну, в принципе, неплохо. Ну, вот эти. Давайте сейчас попробуем вот эти ямки добрить. И будет все good. Так, давайте умываясь и... Ух ты! Что-то у меня тут на плече. Так, и на третий. Так. Что по пене? Пена еще. Ну, пена... Вся основная масса находится по маске в узле. Блин, а что я делал? Зачем я весь? Так, у нас вот эти впадинки, да, остались. Чуть-чуть остается. Да, но станком, конечно, в моем случае намного проще было бы добрить. Чуть-чуть остается. Ну, в принципе. В принципе, неплохо. Ну да. Я думаю, все. Сейчас умываемся. Автошейф и пару слов. Давайте, секундочку.
Ну, вроде нигде кровь не идет, по крайней мере, мне не видно. Уже хорошо, да? Уже неплохо. Так, ребят, давайте сейчас как раз посмотрим, что там по мылу, да? Стягивает, не стягивает. И в конце автошейф. О, давайте сразу с шаветки начнем. В принципе, аппарат неплохой. Да. А не на каждый день, да? В удовольствие, так в охоточку. Почему бы и нет? Лезвие главное подобрать. То, что мне на тех лезвиях понравилось, мне кажется, больше. А может быть, сыграло, да, на подсознание то, что самое острое лезвие поставил и боюсь порезаться. И вот как-то что-то надо было просто помягче и дать жару, так сказать. В принципе, красивое, очень мне нравится. Ну, в принципе, в дальнейшем можно ручку какую-нибудь поменять, да, какому-нибудь мастеру заказать, поставить более потяжелее ручку. Хотя, я не знаю, нужна ли она тяжелее или нет. А, насколько я помню, то ли 37 грамм, то ли 38. Все это дело весит. Хорошее, хорошее. Лезвие. Да, лезвие более агрессивное, острое очень. Надо что-то помягче. Возможно, шик. Да, я думаю, не последний раз бреемся. Думаю, когда-нибудь еще попробуем на других лезвиях. Так, по маслу. Ну, я думаю, масло спасло меня, да, более такое. Кожа стала немножко помягче, что ли, да, эластичнее, вот правильное слово. Я думаю, я бы зарезался без масла. Ну да ладно. Так, по мылу. Ну, слушайте, мыло неплохое, да. Ну, ароматика, да, это на любителя, сладенькая. Негромкая, кокосик такой. Ну, прикольно, аромат пахнет хорошо. Но по ТТХ мне показалось то мыло, да, к звездам, по-моему, называется, из первой варки, да, по-моему, первая варка, показалось более такое, более густой, жирный, скользючий. Здесь, в принципе, тоже неплохо. Но все равно, да, что по мылу, все равно уже это мыло никто не купит. Так, что? Помазок. Ну, отлично отработал, смотрите. Там еще пены. Наверное, можно роту побрить. Да? Вот. Ну, на раза два, наверное, точно хватило бы на пару проходов. Помазок хороший. Тоже легенький. Пушистый. Взбивает хорошо. Набирается очень много пены. Я думаю, можно было бы даже и без чаш обойтись, а просто на лице сбить. Я думаю, тоже был бы очень хороший вариант. Такая ручка красивая, карельская береза. Хорошая. Да и ферма хорошая. Бритва. Отлично. Так, вроде бы про все сказали, да? Осталось дело за малым. Ополоснуться. Болгарская роза. Фанфурик опять запотел. Жарко у меня здесь. Давайте его немножко взбодрим. Такой сладкий аромат розы. Ну, не уверен насчет мужской он или нет. Ну, вроде как бы после бритья, да? Хотя, смотрите, ведь дозатор какой большой, но рабочий. Рабочий. Ох, сейчас повылазят все косяки, да? Где задел, где еще. Ну, пожгло немножко возле усов и где-то здесь местами. Впитывает с лосьон очень быстро. О, по-моему, стойкий. Там часов 8, наверное, точно держится. Ну, как итог, бритьё мне, скорее всего, понравилось, да, чем не понравилось. Я бы не сказал, что прям комфортное было. Ох, немножко ментольчиком начал обдавать. Но довольно-таки чистая. Но, да. Что-то все равно, где тут на шее тут пару пенечков оставалось. Но не очень удобно выскабливаться, добриваться. Так что ничего страшного. В этом я не вижу.
Так, ну и, ребят, да, такое сегодня бритьё. Бритьё в охоточку, бритьё, возможно, в кайф. Ну и все, давайте. Берегите себя, берегите своих близких. Здоровья вам и близким, и все будет хорошо. Пишите комментарии, ставьте лайки, ну и далее по списку. Давайте. Arrivederci.